Незаконная свалка бытовых отходов выявлена в Магарамкентском районе. Сотрудники Россельхознадзора провели выездной рейд. Установлено, что сельхозугодия не используются по назначению. Они заросли сорной растительностью и стали местом складирования мусора. Вдобавок ко всему, доступ к территории имеют бродячие животные, а мусор ветром разлетается по всей округе, что может стать причиной распространения различных инфекционных заболеваний. В числе прочего, на данном участке также разлагаются биологические отходы, останки сельскохозяйственных животных и птиц. По данному факту возбуждено административное дело, будут приняты соответствующие меры.